Бродский, не додоедай. Великий человек смотрел в окно, а для него весь мир кончался краем его широкой греческой туники, а белен складок походивший на остановившееся море. Он же смотрел в окно, и взор его сейчас был так далек от этих мест, что губы застыли, точно раковина, где таится гул, и горизонт в бокале был неподвижен. А ее любовь была лишь рыбой, может и способна пуститься в море вслед за кораблем, и рассекая волны гибким телом, возможно обогнать его, но он мысленно уже ступил на сушу, и море обернулось морем слез. Но, как известно, именно в минуту отчаяния начинает дуть попутный ветер, и великий муж покинул Карфаген. Она стояла перед костром, который зажгли под городской стеной ее солдаты, и видела, как марево костра, дрожащим между пламенем и дымом, беззвучно рассыпался Карфаген задолго до пророчества Катона, 1969 год.